Нарине Абгарян. Мамине, как нужно правильно замесить тесто, чтобы потом вызывать сантехника? По воскресеньям ба пекла пирожки. Ради этих пирожков мы были готовы на любые, даже самые большие жертвы. Ровно в 10 утра 2 минуты мы влетели во двор к Манине. «Маня!» – зараяны. «Маня! Чего?» – высунулась из окна своей спальни Манюня. «Спускайся вниз!» – потребовали мы. «Не выйдет она!» – вышла на веранду ба. «Потому что наказана!» «Здрасте! А почему она наказана?» – шахнула немножко. «Да потому что руки ей надо оборвать, чтобы не лезла куда ни просто!» Зарыдала сверху Манька. Каринка вдруг забеспокоилась. «Но пирожки сегодня будут?» «Не будут!» – прогрохотала ба. Снова сверху. «То есть, как это не будут?» «Да потому что кое-кто, пока я ходила в магазин, решил улучшить тесто и добавил туда воды. А потом этот кто-то, чтобы я этого не заметила, вбухал туда муки. А мука оказалась картофельным крахмалом. А потом этот кто-то потащил тесто выливать в унитаз!» Ответила мать Каринка. «Зарядный коридор заполнил унитаз тестом и смыл воду! А так как тесто было очень густое, унитаз не смог его смыть! И этот кто-то полез половником в это ведро выгребать тесто, чтобы его там не было! И затолкал его так далеко, что вытащить уже невозможно! И теперь ходить там под кусты, пока не приедет сантехника!» «Ну, Манька, ну ты даешь!» Глянула с уважением вверх Каринка. «Ну можно хотя бы к ней подняться, утешить?» Спросила я. «Конечно можно, но только чуть-чуть, потому что она сильно наказана!» Мы с Каринкой влетели в дом. «Ну ты даешь!» Зацокали мы языками. «А по лунникам-то зачем полезла?» «Ты просто хотела побыстрее тесто вычеркнуть!» «А чего не вычеркнул?» «Как половник там! Ну что ты зацепился? Я стала его тянуть, а он не вытаскивался. Тогда я его решила втолкнуть внутрь, в трубу. И чего?» «Втолкнула! И ручку погнула! Так ты решила его двигаться молотком, чтобы постучать по ней. Но тут ему сба, и не успела. Вот!» Я погладила мальчика по щечке. «Не переживай, скоро приедет сантехник и все почить!» «Скорее бы!» – громко вздохнула Манька. Вечером приехал дядя Володя, вошел в туалет и сказал: «Здрасте, я маму вашего хозяина. Что вы тут накакали?» «Это не накакали!» – озверела ба. «Это тесто! Не видно, что ли?» «И роза тебе сюда больше негде было тесто замесить!» Закатал сантехник. «Алло! Так я не в тесте! Так ты бед! Поварёшка застряла!» «Ладно!» Крякнул дядя Володя и полез в унитаз. Тогда он починил унитаз, достал поварёшку и выгреб тесто и уже засобирался домой. Ба схватил его за локоть. «Владимир Игнатьевич!» — проникновенно зашептала она. «Я надеюсь, эта ситуация останется только между нами». «Руза Васильевна, я не ми!» — громко сглотнул дядя Володя. «Ладно, иди!» — смягчилась ба, и сантехник ушел в темноту, унося с собой целый сумбур глупых мыслей. «Что же они хранят в холодильнике, если в туалет ходят с поварешкой?» Конечно, маме потом за все вылетело. И за поварешку, и за тесто, и за унитаз, и за позор, который пришлось пришить ба перед сантехником. Thank you.